Вот ты очки, смотри, нашел. Да? Да. Как? Или лезет, или было там? Да, было. Сейчас, мне 5 хватит. Раз, два, три, два, пять. Что там у тебя влезает? Я видел, как тут что. Кадры, как я чешу свой нос. Бита, да? Да. А что вы молчите-то, сидите? Два Валентина. Это под кого? Под тебя. Опять? Ты под нее сходил уже, что ли? Да. Да, мы уже все под друг друга сходили. Она теперь ходим под тебя. Вот, все, отбой. Да. Ух ты! Висок, покажи, красиво! Нету. Одна? Да, одна. Desire. Я беру. Ты берешь? Я отбиваю. Все, я, господа, ничего, что ли? С этой секунды я удаляюсь. Прощайте. Ну, до свидания. Понятно, 76 тысяч у нее на счету, теперь прощайте. Макс, зачем ты тряпочку эту здесь положил свою? Бери. Че пыришься? Че зыришь? Глаза на пузыришь? Ой, мне не получилось. Выписка по счетам. Лея, 300 тир. О. Лия, 300 тир. Лия, 300 тир. У тебя откуда появилась, Лия? Ну, серьезно, то, что будет вылазить на плазме, вы будете спрашивать. Я не знаю, никакой счет не открывала. Да и как бы ты это сделала? Непонятно. Непонятно. Не ходи по полу, ножки мерзнут, пожалуйста. Сядь на диван. Разобрались, но Изольда Кац хочет, чтобы мы сознались, ребят. И тот, кто отмалчивается, так вот молча, долго все равно молчать не еще сможет. В любом Макс, случае... нужна помощь, то иди сюда. Какие-то... В любом случае нужно будет сознаться, потому что ему правда снаружи. Потому что сейчас человек этот отмалчивается, ничего хорошего в этом нет. Красиво. Вон батарейки. Ты вошла в мою грешную жизнь. Desire. Ре-па-па-па-пам. Ре-па-па-па-пам. У тебя тут 30 минут. Это мне объяснил Макс, что это валюта какая-то. Я тоже не знаю. Ну какие-нибудь игрушечные. Какой-то счет у тебя. А чё ты закрылась? А чё ты делаешь? Бабки считаешь свои? Ты не можешь быть голой. Я голая. Ты не можешь быть голой. Почему? А чё там бабки свои считаешь? Я не шучу, я голая. Бабусики там считают свои. Ну чё, ребятушечки? Ребятульки, вот ребятушки, ребзи, потом, братья и сестры, родненькие. Вы меня сначала подставили, когда отправили фотографию Эдику, и я попала сюда, в этот дом. Хорошо, я уже смирилась, уже совсем, практически.
Мне чуть не выбили здесь зуб. Хорошо. У меня выскочили прыщи на лице. Хорошо. Но приписывать какие-то мне деньги, вообще несуществующую, какую-то несуществующую валюту, тир, что это такое? Я без понятия, что такое тир, уважаемая Кац, это что? Вот вы мне объясните, почему вы все время меня подставляете? Что я вам сделала? Что? Зачем вы меня подставляете? Я вас еще раз спрашиваю, для чего? Сначала вы меня с Эдиком подставили. Сейчас меня подставляете с какими-то деньгами. Что такое тир, во-первых? Почему у меня 76 тысяч этих тир? И сейчас все обвинения польются в мою сторону, потому что вы опять напомнили ребятам о том, чтобы они вспомнили про то, что вы им сказали. Для чего? Я не понимаю. Все же так хорошо было. Мы все пообедали, как-то сплотились, что-то как-то стало налаживаться. Вы отобрали всю мою жизнь. Посмотрите на меня, я на дне, я на социальном дне, все уже, уже дальше падать некуда, а вы продолжаете надо мной издеваться. За что? Что я вам сделала? Прикол, да? А что значит эта выписка, 300 тир, и что? Что нам делать с ней? А, кто не знает? А кто-нибудь в курсе вообще, Катеридзе? Коль у тебя завтра день рождения, я решаю тебя сегодня быстренько объегорить капитально. И чтобы я тебе заторчал желание, какое-нибудь одно желание сегодня, возможно, ты загадаешь. Давай. На твой день рождения будет исполнено. Хочешь шашлык, люля, базара нет, вообще делай. Да, вот здесь утром костер. Смотри, подождем, сердце с тузом колоду держит. Видишь, какая искренне к тебе. Карты не врут никогда. Погнали, Катеридзе. Итак. У меня 6 я хочу. Ты, конечно. Ух ты, 10. Крыта Маргарита. Чито грито, чито маргарито. Семерка. Восьмерка. Обита. Ребят, ну мы же сегодня поднимали уже эту тему. Ну, в чем дело-то? Ходит? Я хожу. Мне одну карту надо взять тебе. Держи. Ну и к чему мы пришли? Мы ни к чему не пришли. Но мы пришли, что два счета отсутствовали. Это Макс Васич, у Лии 300 тир. Чисто для отвлечения внимания. А у Ксю 76 тысяч. А у Ксю 76 тысяч. Самые подозрительные здесь люди. Это Вась Васич, Макс и Ксю. И вот искать надо между ними. Только самое не очень прикольное, что никто не хочет сознаваться вообще. Но это так как-то странно. Тут два варианта. Либо подставляют наших родственничков, так скажем, и хотят, чтобы мы их загрызли. Но с другой стороны, какой смысл, если никто отсюда уйти не может? Значит, проблема действительно внутри коллектива, дамы и господа. Это тоже охренительный вопрос, единственный вопрос, который прозвучал вообще. Я могу найти деньги, чтобы взять? Или не могу ничего взять? Можно мне носки, пожалуйста? Если я могу их потратить. И вообще никакой счет не открывал. А, подождите, а у нас что, получается, счета есть даже, да, собственные, типа? На самом деле, мне непонятно. Там это, как тебе сказать, помощь там. Что? Ну иди, сходи. 7. Ну и чё? Это настоящие счета или поддельные, дамы и господа? Мне ничего не понятно вообще. Если мы здесь это можете нарисовать в редакторе. Если мы здесь все находимся, если мы здесь все друг за друга, как бы, все в одной упряжке, все на упряжке. Вы заметили, что уже два дня кто-то вот ходит и подрыгивает? Я понять не могу, что происходит. Почему это так, я не понимаю, крыто. Держи. Так я не пойму. Эти, получается, эти 300 тир. А сколько у Ксю? 76 800. 76 тысяч. На желание, да, говоришь? Я пока подумаю, что будет за желание. Подумай, Катерина, пожалуйста. С
радостью исполню желание своей красивой сестры Дейенерис Бурирожденной. Так а в чем суть-то? Кто-то должен сознаться в том, что крадет деньги читерством. Да. Читерство – это такой чит-код, который ты вставляешь в программу для того, чтобы скачать бабки. Я так делала, когда играла в Sims. Я постоянно себе накачивала кучу бабок из Sims и играла. Но эти деньги можно потратить только в этой игре. И получается, что это какие-то игрушечные деньги, в которых должен кто-то сознаться. Что? Может, здесь кто-то знает больше, чем, допустим, я? Как бы ты тоже не знаешь. Больше может всех быть... здесь знает Милана и Вась Васич. Ну, вот, может быть, мы же сегодня говорили, что Вась Васич и Милана встретила. Вась Васич знал, куда бежит. Вась Васич знал, что ему пишут. Эти дружки, Вась Васич, так называемые, могли специально его сюда отправить, чтобы он высасывал отсюда бабки. Но как он это делает, это другой вопрос. Не пойманный не вор. Поэтому я могу просто на тебя гнать, но на самом деле это не так. Смотрите. Ты просто ничего не говоришь. Последнее приходило, то, что нам тут написано. Нет, печенье 115 тир. Да, тир. 100 тир. Которые вчера продукты приходили, да, тут же все написано. Да, 198, 160, 100 тир. То есть, по сути, получается, что это какая-то валюта из печки? Как вариант. Я не... Честно, не могу понять, что это. Может быть, это какая-то международная валюта, которую мы не знаем? Может быть, это... Международная компания из Ольдекас, это какая-то валюта? Может быть, это типа литкоина, что-то? Может, это вообще какая-то криптовалюта? Показываю. Возможно. Если покупаются за эту валюту продукты... Запомнили карту? То, возможно, и ложит нам на счет кто-то из наших... поклонников там или смотрителей, зрителей. Она? Ложит на счет, на каждого, может быть, у каждого заведен какой-то счет, и туда кладутся деньги, я просто не пойму. Ой, у меня 300. Тебе, может быть, положили? А зачем, уважаемый Изольда Кац, а нафига вот это вот тоже? Лия 300 тир, ну зачем вот это, зачем надо? Мы просто не понимаем, да, эту систему, это... и что это значит. К чему? Почему никого другого там написать, сколько у него, зачем меня написали? Можно носки взять за эти бабки или что? Или это вообще не бабки? Алло, ты слышишь меня? Эй! Короче, Вась понятно. Васич решил выбрать позицию молчаливого человека и помолчать. Вась Васич, ну по-братски, мы тут уже 6 дней. Ну ты карты раскидала, она упала, подними. Где? А, вон там лежит. Ладно, карта подождет. Тут же это не важно. Я ее подниму. Чего ты молчишь-то, ну? А что тебе говорить-то? Да ну, если что-то знаешь больше, скажи нам уже. А так если у Ксю есть деньги, почему она... Смотрите, если у Ксю, получается, есть эта валюта, почему она не возьмет тогда что-нибудь себе? Ну, она же себе ничего не берет. Она вообще знает о том, что у нее деньги есть? А, кстати, где Ксю? Не знаю. Наверху, наверное. Мы обсуждаем тут ее бабки, а ее нет. Нет, просто она говорит, что ей это... Что она пишет? Да, Изольда Кац, вы абсолютно правы. Мы сами не справляемся. Да. Мы не можем выявить, кто стырил бабки и зачем. Никто не хочет сознаваться просто. Так может, этого... их никто и не тырил? Хорошая тема. А может, мы реально ищем иголку в стоге сена? И вообще иголки даже и нету. Может быть, нас реально подставили? Да какая-то информация куцая просто. И тем более тиры, что это? А, ну это бабки. Откуда бы нам, откуда у нас... Стоп, получается, наследство наше в тирах в этих? Или что? Да как, где их тогда тратить? Их никак не потратишь. Мы что, можем покупать только... А как так-то? Наследство в тирах, кто-то может их воровать. Если их отсюда своровал кто-то, то их может вообще стырить кто-то. Кто нас сейчас видит вообще, все эти люди странные или не странные, хорошие или плохие. Да разные люди бывают. Они их тоже могут выкачать оттуда. Вот, пожалуйста, смотрите, у нас есть наследство. Кто может хакнуть нас, пожалуйста, можете забрать все наши бабки. Так получается, если уже отсюда без ничего кто-то это сделал, то какой прикол тогда это вообще показывать на весь мир?
чтобы кто-то еще залез. А вдруг там толпа сейчас хакеров каким-то быстро взломают, все выкачают оттуда. И что мы тогда вообще делать будем? Что, в чем смысл тогда? Хотите, чтобы мы переругались все тут или что? Тогда пусть это решит весь мир и расскажут правду. Запускается голосование на сайте. Да. Так а в смысле, уважаемая Изольда, если вы сами знаете, кто это сделал, так и расскажите нам. Или пусть смотрители, кто это видел или знает, пусть они нам расскажут. Да, пусть смотрители, те, кто, может быть, что-то увидел, или мы здесь, ввиду того, что мы доверяем слишком много, а может быть, где-то нам и не стоило доверять, может быть, смотрители чего-то увидели, тогда пусть они проголосуют, и мы выясним причину этого человека. Мы сегодня днем, очень много хорошего обговорили, очень много фактов, доводов и аргументов подводили. Мы сегодня очень многое обсудили днем. А вдруг смотрители, которые сейчас будут голосовать, не видели то, о чем мы днем говорили? А вы вообще понимаете, за что голосование? За что это голосование? Может быть, голосование они выберут, кто? Кто нечестен? Кто нечестен? Кто нечестен? Ну. Да, может быть, они что-то видели, пока там... По камерам мы все, по может, камерам, кто-то да. видел, да, что-то. Может пока быть. Но это и то тоже не факт будет. То есть это не есть правда. Даже если Изольда Кац нам поможет да. проголосовать, то это не, ну, не факт, что это правда. Потому что если мы тут внутри не увидели этого и даже не заметили, то как они-то увидят? Вообще не то, что они хуже там, а просто в принципе как, ну... То есть вы считаете, что смотрители, ну или кто там, Изольда Кац, смотрители увидели, что якобы кто-то здесь был нечестен. То есть если мы это не увидели, как говорит Юрец, а смотрители увидели, и вы хотите доверять голосованию смотрителей, да? Ну, нет, до этого Изольда Кац сказала, вы сами не справляетесь, я да, смотрю, тогда... Да. Да. Тогда она запускает голосование на сайте. Другими словами получается, что она говорит, раз мы не справляемся, пускай просто тупо решат это смотрители. Они не будут решить. Пусть как они? Решит весь мир и расскажут правду. Ну. А ты спустись, пожалуйста, мы тут о твоих деньгах, между прочим, говорим, которые ты выкачал из нашего наследства. Нет, нет, мы наоборот думаем, что это ты по всем фронтам. Ксю, нет, это шутка, шутка. На самом деле мы как бы поняли, что это не ты, потому что сейчас тупо смотрители будут решать. Мы поняли, что это не ты. Он правду говорит, я пошутил. Спускайся сюда, все в порядке, вы все уже. Вы поняли, что это не я? Ну потому что это абсолютная ложь, это хотели тебя здесь просто подставить. Точно? Конечно, да, Ксю. Спускайся. Фу, тогда спускаюсь. Конец, да, поняли. У нее как будто немножко отсутствует что-то. Ну ладно, ничего. Но она же сестра наша, чтобы делать-то. Отсутствует что-то, ты имел в виду ее грудь? Это тоже. Нет, ну я надеюсь, что вы будете благоразумны в конце концов. Что это? Правда ли, что Ксю ночью могла взломать компьютер и читерствовать? Да нет. А кто будет голосовать? Зрители. Или ты осознаешься сама, Ксю? Это не я. Это, кстати, страшно, когда ты только что очень говоришь что-то, вообще. А потом оттуда слышишь то же самое, это капец просто. Подождите, так а что, они сейчас проголосуют за меня? Это, кстати, страшно, когда ты только что говоришь что-то, а потом оттуда слышишь то же самое, это капец. Ну, я вас только что спрашиваю, вы готовы к тому, что просто смотрители решат, кто да из не нас? Я, правда. Это понятно, вот именно, что не нет, ты. Поэтому нужно срочно самому сознаться, кто это сделал. Если это сделали. Так, а суть в чем? Что никто ничего не получит? Да. Круто. То есть вы понимаете, что если сейчас кто-то не сознается, то да. просто зрители... Мы потеряем все зрители, потеряют. Нет, они просто решат сами, кто из нас нечестен. Понимаете? Да. Если вот сейчас кто-то не сознается... Так и что, и нас отпустят отсюда тогда, или что? Кто-то не сознает. Отпустят или не так отпустят? Так и что, и нас отпустят понимаю, отсюда тогда, или что? Отпустят или не так отпустят? Так и что, и нас...
В чем сознаться? Кто это сделал? Кто эти деньги? Кто эту главыху? Сбили через себя. Понимаете? Я понятия не имею. Слушай, я думаю, что это ты. Я? Да. Это еще почему? Это вот как так пришло тебе в голову? Я думаю, что это ты. Ну как, смотрите, никто не заметил, что у нее было 300 каких-то этих... Да, зато да, считайте, что это 76 800. Никто не заметил, это на экран отдельно вывели, что у меня там 300 каких-то тир. Да, а тебе не кажется, что это странно? 76 приписать мне, а тебе 300. Это какая-то схема, мне кажется, как это называется? Плюс к этому ко всему у Васича отсутствует. Да, вот именно. Почему у них отсутствует? Не кажется, что кто-то просто здесь работает по какой-то схеме определенной? Подстава какая-то. Какой-то, как это называется, аферы, которые проводят. Шулер. Так разоблачи нас, мисс Марпл. Шулер какой-то. Давай, мисс Марпл, разоблачи, по какой, бля, схеме работает. Откуда я знаю, по какой схеме? Единственное, я знаю, кто может работать здесь по схеме, это ты. Разве нет? Серьезно? Ты не устала пальчик держать передо мной? Нет, не устала. Потому что, а как можно было иначе? Взять, приписать мне столько бабла? Ты же знаешь, что мне некому... Ты не устала пальчик держать передо мной? Нет, не устала. А зачем нас показывать? Потому что, а как можно было иначе? Взять, приписать мне столько бабла? Ты же знаешь, что мне некому... Чё ты подзависла-то? Давай, продолжай. Я засмотрелась. А, засмотрелась? Так интересно. Да, ну хватит. Трансляция Ютуб, серьезно? Да давайте отключим и вот ее. И на Ютубе показывают, да как-то это можно отключить, потому что я не давала согласия на то, чтобы меня снимали, как минимум. Что вообще за бред? Ну да, я согласна. Я не давала согласия на съемку. Так, ну я что? Что происходит? Что? Да мы будем выяснять, кто это или давай, нет. Я говорю, пожалуйста. Что это не я. Еще раз объясняю. Отлично. Время идет. У меня осталось уже очень мало времени. Сейчас люди будут голосовать. И я хочу, чтобы они сделали правильный выбор. Потому что кто-то какой-то пользуется схемой определенной. То есть изначально подставить меня. Потому что я здесь самая якобы тупая. И сделать это таким образом хитреньким. Почему у тебя нет счета? А почему у Ли 300 этих тир? Или что там? Почему? Потому что я клевая. Так кто тебе это сказал? Мне так мама говорит. И бабуля тоже. Да ни хрена ты не клевая. И держать себя в руках ты не умеешь. Да ладно, она нормально. Чего вы будете там? Начинаешь тут. Да, я тупая вообще полный. Ты полный неадеквейшн. Мне кажется, ты можешь задушить человека, если что вообще. Да если что, и могу. Да естественно. Если понадобится. Так, я считаю, что это вот ты. Угу. Доводы. И ты. Доводы какие я твои? Я только что тебе объяснила. Какие? Ты я говоришь, хочу... я знаю, твои что какая-то доводы, есть что у меня 300... схема. Я не знаю, какая есть схема. Чего-то какие там? Твои доводы? Я думаю, что ты использовал какую-то схему. Какую и схему это я использовал? Потому что только ты. Ага, только я чё? Только это ты. Пальцы убери от меня. Не пальцы, я сказал, убери от меня. Вы общаешься в мафиозных кругах. Только ты общаешься в мафиозных кругах. Только ты из нас сидел. И сейчас ты используешь какую-то схему. И специально не говоришь, какую. Отмалчиваться нет смысла. Неужели нет непонятно, смысла? Что неужели нужно сознаться, нужно кто сознаться, это делает? Кто это делает? Да, мистер Васич? Все равно да. Все станет известно. Я не пойму смысл молчать. Вы что, не понимаете, что ли? Давайте еще раз поговорим. Да что говорить-то? Надо действовать. Да, действовать. Так действуй, надо. Ну, что? Кроме того, что ты пальцем можешь тыкать, ты больше ничего не можешь. Понимаешь? Все, что ты можешь, у тебя даже никаких реально доводов нет. Кроме того, что ты сидел, еще что-то. Я тебе скажу, ты вообще тебя прислал сюда какой-то Эдик, и вы вместе с этим Эдиком можете реально тут... Бубсик, меня не прислал какой-то Эдик. Меня похитила Кац, а сюда затащив обманным путем. И я не знаю, кто из вас меня подставляет, то ли ты, то ли Кац. В общем, мы вас поняли... Сходить. Так, серьезно? В общем, да. Мы поняли одно. Никто, все друг на друга гонят, всю гонит на Лию. И ничего на самом деле нифига не понятно. Кто, что, зачем, никто признаваться не хочет. Мы сегодня выяснили одно, что дружки, которые Вась Васича толкали и тыкали в него стволом, отправили его сюда.
Он не знал, куда бежать, Милана его направила. Значит, они знали, куда его отправлять. Значит, они знали, что у нас есть наследство. Значит, они знали Милану. Во-вторых, читерством единственный, кто тут владеет чем-то, компьютерами и играми, и кто шарит, это Безумный Макс. В каком варианте, в каком случае могли Безумный Макс и Вась Васич спеться? А в том, что Вась Васич ночью подошел, вот так взял его за шею и сказал, если ты не будешь делать то, что мне надо, я тебя задушу. Макс, естественно, чувак, который боится темноты. Он сказал, дай договорю. Да, договорю. Макс, естественно, который боится темноты. Чувак, которому реально страшно, суетливый, им легко манипулировать. Поддался на провокацию Вась Васича. Так, он только что и сказал на это, Не бойся, сознайся мне сейчас. Дайте договорить, пожалуйста. Да, да. И дальше он его ломает. Макс каким-то образом пробирается к нашему наследству и просто хакает его. И переводит все деньги. А чтобы не спалиться, Вась Вася делает это аккуратненько. Он скидывает немножечко Ксю туда. Скорее всего, даже это не все деньги. Он немножко скидывает Ксю от подозрений типа Лии 300, а свои счета закрывает, потому что их будет видно на экране, потому что их видно. Но он тут одно не учел, что он свои счета закрыл. Это подозрительно. А юрец при этом чистый вообще, да? Невинная душа. У нас по нуля, Макс! Мне нифига не надо, у меня ноль денег там. Я да мне тоже ничего так, не получается, надо. Ребят, у тебя счет отсутствует. Почему мы не могли себе сделать по нуля? Почему он отсутствует? Да хватит уже так вести. Не делай так, слышь, сядь, успокойся. Что вы вообще? И ты сядь, что ты перед ним маячишь? Я говорю, карты положил на место. Это не я, это не я. Видите, 100% это не я. Потому что зрители все видели. Это не я. Спасибо, пожалуйста. Потому что это ты. Может, у нас зрители скажут, кто это? Подождите, почему? Стоп. Если ты говоришь, что по камерам, что я это делал с ним, по камерам должно это было видеть. Ты прекрасно знаешь, где камеры. Ты человек, который... находился в местах. И что? Ты разбираешься в камерах, ты разбираешься, где припрятать, где отточить, где сделать так, чтобы не было видно. Ты прекрасно в этом профессионал, ты шаришь, но ты не учел, что мы здесь тоже не дураки, Вась Васич. И если ты это сделал, ты бы просто мог бы сознаться. И у нас плюс к тому минус один человек, минус Ксю. Зрители думают о том, что она не делал это. Зрители просто думают. А если сейчас, юрец, зрители проголосуют за то, чтобы Вась Васич, такое же будет голосование. Подожди, руки от меня убери. Вась Васич виноват или нет? И тоже будет голосование. И будет 100% нет. А потом у юрца будет да. Что ты тогда, сука, сделаешь? Обосрешься? Нет. Как ты будешь себя оправдывать, Я буду оправдывать как. А нахера ты себя будешь оправдывать, если ты веришь вот этому голосованию? Что это за двойные стандарты? Не то, что я верю этому голосованию. А ты сейчас так базарил о том, что у нас минус один человек, потому что здесь проголосовали минус 100, несмотря на то, что у нее 76 700. Потому что люди, которые смотрят это, они тоже не дураки. Да? Они тоже прекрасно видят, они прекрасно... Ты посмотри на нее. Хорошо, сделать? Потом ты будешь считать, что они дураки, если на тебя скажут, что это ты сделал. Что 100%, что юрец виновен. Значит, они будут дураки, по-твоему, нет? Нет, мне будет что сказать этим людям. Что тебе будет сказать? Вот тебе на экране будет сказано, что юрец виноват 100%. Вась, это не важно. Если это случится... Тогда и это не важно. Хорошо, это не важно. Давай как не будем не учитывать... Важно? Подожди, давай не будем учитывать этот момент. Возвращаемся обратно, хорошо? Зрители, наверное, не понимают, и они просто так это голосуют и не разбираются. Пусть, пусть это не учитывается. Но факты налицо, Вась Васич. Какие? Факты налицо. Она не может этого сделать. То есть это твой факт? Даже ее друзья. Она не может этого сделать? Да ты посмотри на нее, она даже имя свое забывает. Вась Васич, она не помнит, как тебя зовут иногда даже. Серьезно? От нее пахнет даже платье это. Ну это не страшно, от нас всех. Платье мне не пахнет. Маленькие факты, нет. Да нормальные факты, Вась Васич. Мы сегодня днем обсудили столько. Единственные, кто знали, куда тебя отправляют, это твои друзья. Так же, как и Милана, кто ее призвал, Лию призвала Милана. А вот этот цикун, он не признается нифига. А мне что признаваться, если это не я? Скажи, что Макс, это он тебя под этого. Ты пойми, что он тебе ничего не сделает, понимаешь? Мы тебя защитим. Сознайся нам сейчас, нам нужно обязательно распутать ситуацию, ты можешь понять? Я тебе в обиду не дам. А мне это зачем надо-то делать? Я тебе не дам в обиду, все будет хорошо, не волнуйся. Если нет, не надо. Ну как тебе не надо? Потому что мне не надо. Но он тебя припугнул? Никто меня не пугал, я не пуган. Васич! Что, я пуганный? Давайте здраво рассуждать, признаемся во всем. Признавайся. Ну мне не в чем признаваться. Даже и мне не в чем признаваться.
Хорошо, давайте помолчим. Все равно все станет на свои места. Все равно правда выйдет наружу. В любом случае, всегда тайное становится явным. Смысл сейчас что-то умалчивать и не говорить, я вообще не понимаю. Так, это Макс. Появилось следующее голосование. А вот тебе и пожалуйста. Это Вась, это Макс. Я считаю, что голосование... Что? Ты же только что говорил, что это умные люди, которые... Да, не продолжай. Да, продолжай. Я думаю, что голосование надо учитывать, так как это дополнительные люди, которые просто наблюдают за этим. Это важно. То есть это получается, как... если в голосовании сейчас будет нет 100% я, значит, меня все отметается? Не знаю. Как не знаю? Ты про нее же, ты то же самое сказал. Если сейчас будут голосовать все, это понимаешь, как в суде. Вот я юрист, да? Да по ты херовый юрист, братан. По образованию... Ты очень херовый юрист. Нифига, нифига, Вась. Я бы мог хороший юридический... дела решать. То есть получается, если голосование сейчас будет... ...копаться в спорах, в чужом мусорном ведре копаться... Братан, там, юрист не дает факт, что посмотри на нее, она даже не запоминает имя. Это не юридический да факт, точно. Я тебе сегодня днем столько фактов принес. Я сегодня нашел вообще все сути, о которых никто не говорил. О том, что ты единственный, кто знал, куда бежит. И о что? Том, что Макса можно подпреть. Ты чувак, который... Я тебе который... сказал, что да я вообще мне в этом... приставили ствол и сказали да? беги. Если бы тебе приставили ствол и сказали беги, ты что сказал, не побегу, а что стреляй. Что на записке? Я абсолютно не помню, что было на записке. Хорошо. Я потерялся, я тебе сказал. Я бежал такого для того, бывает. Чтобы убежать в лес. Васич, не абсолютно все. Что-то ты помнишь? Камеры не трогать было написано на записке. Хорошо, у меня первый вопрос. А за что они представили тебе ствол? Скажи-ка мне. За что? То есть смотри. За сейчас, что? Сейчас. Какая тебе разница, за что? За какая что? Тебе разница? Как это какая? Потому что это очень важно. За что они подставили тебе ствол к виску? То есть ты только вышел, и они сразу на тебя напали. Я а по каким таким имею. Причинам? Я понятия не имею. Это значит, какие-то ты... отморозки решили меня припугнуть. А я думаю, что ты их прекрасно знал. Так, mm-hmm. что, нет, сейчас ты говоришь, что это отморозки. А до этого ты говорил, что это твои корешки или как это. Я вот так корешки, говорил, и вы корешки. Все говорили. Не надо слова перевирать. Я слышь, не перевираю свою слова. Пользу. Я просто говорю, как есть. То есть ты прекрасно знаешь, за что они подставили тебе ствол к виску. И специально, умышленно от нас это скрываешь по каким-то причинам. Ты не говоришь, за что ты сидел. Ты не говоришь, за что эти дружки подставили тебе ствол. И почему ты не хочешь я выходить сказал, я не из знаю. Этого дома. Ты не хочешь, ты ни разу не сказал о том, что я хочу к своей жене отсюда выйти. То есть ты даже рад, что здесь сидишь, понимаешь? Я делаю вот такие выводы. Если Катерина прекрасно каждый день говорит о том, что она хочет домой, потому что у нее бизнес, то ты ни разу не сказала о том, что ты хочешь к своей жене. Ты все время сидишь и говоришь, мы здесь останемся надолго. То есть ты заранее почему знаешь что-то. У тебя 76 тысяч. Нет, то есть на я счете. Только что почему? Сейчас тебе... Я не собираюсь тебе отвечать ни на какие вопросы. Я не собираюсь да? тебе отвечать ни на какие да? твои тупые вопросы. Они не тупые, они логические. То есть логические? Они... Вот только что человек назвал тебя тупой, что ты даже имя своего запомнить не можешь. Я не назвал и ты считаешь... тупой. Ну а, она... как, а как ты ее назвал? Она не способна взломать что-то и выкачивать оттуда деньги. Вот что я сказал. Ну да, ты... она странненькая. Ты она назвал ее, что она в принципе говорит. Недалекая. Что она глупенькая, туповатая. Тут все ее так называли. Поэтому знаешь что? Ну... Ты со своими доводами... Ксю, оставайся-ка пока, знаешь, пока тебя не трогают, ты моли Бога, что ты еще жива. Да я не понимаю. Самое смешное в этом, знаете что? Знаете, что самое смешное в этом? В этом самое смешное, что бабки, которые были выкачаны, они в разы меньше, чем наши наследства. Мы можем все потерять. Мы просто можем все потерять. Мы просто с утра и до самого вечера гоним друг на друга. У нас был передых, когда мы сели похавать, забылись там, расслабились. Сейчас опять та же самая дребедень. Мы не понимаем, что деньги теряем огромные из нашего наследства. Из-за вот этих вот каких-то на самом деле... Потому что касса опять нас сталкивает лбами. А почему ушла якудза? Мне тоже очень интересно, почему опять ушла якудза. Ведь по большому счету она очень здесь нужна, чтобы с ней поговорить. Все это понимают, да. что она здесь нужна? Да. Да. Лия! Ты можешь спуститься? Почему ты все время... Ну ей холодно, у нее ноги мерзнут. Ну хорошо, раз ей холодно, и ноги мерзнут, пускай она уходит, не вопрос. Давайте вообще сейчас без нее поговорим. Вот весело-то будет. Ну, ты не отвечаешь на наши вопросы. А нахера мне отвечать на твои вопросы? Ты мне ответь, в смысле? Ответь потому мне. Что мы я здесь тебе сидим? Только что тебе задал вопрос, ты какой? Сказала, я не собираюсь отвечать да на твои вопросы. Да ты какой мне задал вопрос по конкретику, какую? Почему видишь, у тебя на счете 76 тысяч?
Я тебе отвечаю, что я не знаю, меня подставили. Я не знаю, меня подставили. Что ты не знаешь? Я тебе задаю конкретные вещи, за что ты сидел. Ты говоришь, я не знаю, ты не знаешь, за что тебя посадили. Я сказал, что я отвечаю. Ты не знаешь, за что тебя посадили. Я тебе сказал, что отвечать на это не буду. Просто закрой. Да не буду я ничего закрывать. Почему? Почему ты отдалишь от своего наследства? Потому что ты правильно отвечаешь, когда тебе говорят на ответ. А то я смотрю, ты как-то по-своему свою правду ищешь. Мне нравится, я не знаю, за что его посадили, и не знаю, за что. Я тебе сказал, что я тебе не скажу, а не знаю. Я не знаю, это две разные вещи. За что мне поставили пистолет к виску? Он не знает. Он не знает, почему он не хочет к своей жене. Он не знает. Катюшка, есть основания подозревать всех, в том числе и тебя. Понимаешь? Но все почему-то перекинулись на меня. Мне абсолютно срать. Я этого не делал. Поэтому я в принципе спокоен. Но мне не нравится, когда вот это вот... Я спокойно сидел. Спокойно, никого не трогал. Ну, в общем, все понятно. У нас никто сознаваться ни в чем не хочет. Человек, который, если это сделал, то он никак не может понять, что он сейчас просто подставляет всех, что из-за него одного никто не получит наследство. До этого человека никак это не может дойти. Что нужно сознаться. Ладно, короче, давайте выдохнем немножко. Че, может, мы на вас сейчас реально гоним? Может, нифига вообще. Я тут подумал, блин, мы же по сути, нас просто могли подставить. Нас просто могли специально свести. Но зачем это надо, если она изначально сказала, что мы все должны дойти до конца? Если уйдет один, в чем тогда дело? Тут либо вранье, либо мы что-то не знаем. Хорошо, давайте подождем голосование. Вот я очень хочу узнать, как думают люди, которые следили за тобой ночью. И что будет, если, допустим, голосование будет против меня? Что тогда случится? Ну, значит, тебе придется рассказать о том, что ты скрываешь. Угу. А если я ничего не скрываю? Я не уверена в этом. Угу. То есть никого, опять же, не смущает тот факт, что именно у нее 76 800 тысяч. Смущает. Все как-то об этом забывают. Смущает, Васич, смущает. Никого не смущает тот факт, что это опять ушла куда-то наверх и не выходит вообще. Никого это не смущает. А никого не смущает. Я... Но также я хочу все-таки верить голосованию, потому что голосуют люди те, которые за нами смотрят. И если они голосуют, то они, значит, видят какие-то факты и уверены в своем выборе. То есть они не просто же от балды голосуют. Катюша, они смотрят, следят за нами и потом делают, ставят ставки. Ну вот сейчас я тебе предоставлял факт о том, что... А если, допустим, проголосуют за тебя, а? Что ты будешь делать? Что это ты виноват? Что ты тогда будешь говорить? Этого не случится. Люди проголосуют, что не могут так проголосовать, что это не я. Нет, такого не будет. Хорошо. Такого, это исключено. Это исключено. Ладно. Что, мы в тупике, что ли, или что? Тупики бывают только у тебя в голове. А не нужно мне хамить? Да, хватит уже. Я тебе не хамлю. Не нужно мне хамить? Я тебе не хамлю. То есть ты... Объясни мне, откуда у тебя... Не надо отвечать тупо. Нет, мне очень нравится, как подставили. Ты весь день что ходил. Что значит меня тупо подставили, я слышишь? Я хочу сказать. Что значит я меня тупо сказать. Подставили? Я хочу сказать. Я могу такую же позицию выбрать, как ты. Я хочу меня сказать. Меня подставили. Давай, базарь. Я, во-первых, задаю тебе конкретные вопросы, на которые ты не можешь конкретно ответить. Конкретные вопросы. А второе... Я тебе конкретные вопросы задаю. А теперь я хочу задать тебе вопрос. Почему ты весь день ходил такой прекрасный, а сейчас у тебя вдруг возникли ко мне вопросы. А у меня они весь день возникали к тебе вопросы. Да? Почему только я не ты слышу? Говорила, давайте не будем провоцировать КАЦ, давайте не будем вспоминать, давайте не будем провоцировать КАЦ. А я весь день пытался в этом разобраться, но только ты как-то меняла тему. А сейчас, когда тема снова возникла, ты такая, о, давайте-ка снова на Вась Васича. Чего ж ты тогда весь день-то эту тему не мусолила-то, а? Слышь? Хорошо, у меня тогда другой хорошо вопрос. Ты, а хорошо почему ты не замечаешь, что у Лии 300 есть на счету? Я замечаю, я говорю, почему она ушла. И всем срать, что она ушла. Все сидят и пытаются продолжать на меня наезжать. Ты, Вась, никто сейчас на тебя не наезжает. А почему ее не вернут просто сюда? Просто хотел разобраться. Ну, я же не знаю, что она здесь нужна. На тебя наезжают. Верни ее. Это в твоих же интересах. Да никто не наезжает, Васич, мы ладно, просто хотим разобраться. Никто не, здесь не хочет наезжать. Хотим разобраться нормально в ситуации. Ну, пожалуйста, я спокойно. Лия! Поверь мне, я что-то незаметно, спокойно. Что ты спокоен. Ты весь перенервничал уже давным-давно. Девочка Лия, моя, это ты бегаешь туда-сюда. Да, я конечно. Спокоен. Ну, просто зачем? Сейчас человек не сознается, и все. Мы потеряем наследство, может быть, завтра на день рождения свое встречу дома. Ну, вот видишь, да, там что-то бабки. Вот и все.
просто зря мы здесь находились столько дней и мучились. А, то есть наследство вас больше не интересует, как я понимаю. Ну, да, если ты признаешься, если тогда никто все не будет признаешь, хорошо. Почему ты на меня-то начинаешь, я не понимаю. Потому что возможно, это подстава. Но мы ничего с этим не можем сделать, нам надо выполнить задание. Нам надо, чтобы кто-то признался. Мы не можем это сделать. Пойдем с нами, а? Ну тут тепло, чтобы я понимаю. Чтобы кто-то признался? Хочешь, ковер с собой возьмем? Ковер? Да, тебе было тепло. Прикольно. Мы сейчас просто будем орать. Надо просто придумать, что это могло быть. Что такое тиры? Мы даже не до конца понимаем, из-за настоящих мы бабок ругаемся или из-за фальшивых. Может быть, это вообще не... Пойдем. Ты нужна там, правда? Я понимаю, что ты не хочешь идти, может, ты чувствуешь, что тебе не надо идти, но все равно пошли. Это наша общая проблема. Что касается этого счета, я считаю, что кто-то меня очень умно подставил, да, то есть это какая-то схема определенная каких-то мошенников. Взять, перевести какие-то счета там, добавить, я в этом не разбираюсь. И почему, и самый ключевой у меня вопрос, почему ты не спишь с мальчиками в комнате, почему ты проводишь время здесь? Соответственно, значит, ты можешь общаться ночью по этим камерам со своими дружками или еще с кем-то и заниматься этой штукой. Mm-hmm. Понимаешь, да? Да, понимаю. Что там моргает, ребят? Тут голосование. Это Катя вводит в заблуждение? Или это Юра? А то голосование чем закончилось? А то голосование, да, чем закончилось? Какое то? Сейчас мы узнаем, видимо, все. Сразу. От нас. Да это не важно, на самом деле, что скажут зрители. Они не в курсе всех событий, важно, что, хотя важно. И они также так в курсе, блин, как даже и мы. Это Катя, нет, это Лия, нет, это Вась Васич, нет, это Макс 50 на 50. Опа! Макс, вот я же тебе говорю, не бойся сознаться, а? Да мы же не знаем, кто это, и не факт, что это он. И что, я вот, ну давай сейчас меня, давай все на меня сейчас. Ну. Это я. Как я, блядь? Как я сделаю? Через этот, что ли? Не, ну а что ты вот смеешься? У меня ничего нет, я что, я вот мне делать нечего, что ли? А я его прекрасно понимаю. Ну зачем мне это делать? Ну. Я не знаю, Макс, зачем тебе это делать? Может, это Вася напугал? Давайте просто подойдем. Зрители даже считают, что это ты сделал. Давайте все сознаемся. Ну так же зрители считают, что я этого не сделал. Хотя вы сейчас все тут на меня наезжали. Мне кажется, что нам всем просто надо сознаться. Может быть, тебе кажется, что голосование сейчас тоже хакнули, а? Нет? А может, кажется все-таки? Слушай, ну-ка, может быть, у меня в гвозде какая-то это... Макс, иди сюда, да. Не бойся. Ну-ка, да хакни гвоздь. Давай, вот, хакни. Вот. А мы сейчас сделаем, что... Ты чего? Да что с тобой не так? Давай, успокойся. Да я не это. Я привела все свои аргументы против тебя. Я все равно считаю, что это ты. Все твои аргументы против меня меркнут перед тем, что именно у тебя 76 800. Да, меркнут. Это вообще ни о чем. В смысле ни о чем? Да я привела столько доводов, почему это ты, а у тебя он только один. Что это у меня 76 тысяч. И что? Кто-то... Ну потому что они именно у тебя сейчас. Да и понимаешь? Что дальше-то? Что дальше-то с этого? Если бы это действительно были бы мои деньги, я бы давно бы их потратила, не сидела бы здесь и не, как не бы ела всякие помойки. Как бы ты их потратила? Ну так как бы я их к себе и перевела. Алло, алло, это же логично. Алло, алло, вы не понимаете, что это логично? Я могу на себя их потратить. Я бы уже давно заказала бы себе трептизера или, может быть, еще что-нибудь. Я заказала бы бутылочку себе мартини, льда, еще чего-нибудь, красной рыбы, оливок и так далее. А не сидела бы здесь. В рваном платье, с вот такой головой и в прыщах. Тебе не приходит это в голову, нет? А тебе алло, не приходит, не приходит? Голову, что я тебе, зная тебя 6 дней, не должен рассказывать всю свою жизнь. Почему, когда и что? Тебе же не приходит это в голову, а? А может, надо рассказать, Вася? Да, может, прикольно всех нас столкнуть лбами, да? Чтобы мы себе показали полными придурками на весь мир, да? Это очень круто, чтобы потом в конце сказали: «О, да вы такие тупорылые, ведете себя как дебилы, ничего вы не получите». Конечно, это гениально, это гениально. Так может, какой-то уже более быстрый способ ты придумаешь, чтобы забрать наши бабки? Потому что я уже заколебалась тут находиться и постоянно думать о том, что ты когда-то заберешь их все равно. Ты и так мне уже... Дай мне носки, короче, бесишь ты меня, скотина тупая. Макс, почему зрители проголосовали 50 на 50? А я откуда знаю, что
Она ушла. Может быть, что-то они видели? Я не знаю. Пока нет Васича. Макс, постой. Ну-ка, иди сюда. Да, иди сюда быстрее. Пока Васича нет. Чего, садись быстро. Садись, давай. Пока Васича нет, садись. Давай. Я сяду, не надо мне садить. Давай, скажи, быстро садись. Давай, пока Васича нет. Пока его нет, не будет. Что, ты боишься или что? Скажи нам потихоньку. Кого я боюсь? Ничего я не боюсь. Потом тебя заставит. Никто меня не заставляет. Тихо, меня ритм. Я вообще сам по себе вообще. Я в игры играю, все, понятно. Не надо меня тут заставлять. Нет, ты присядь. Ты не бойся, ты скажи честно. А что честно-то? Он тебя заставил. Никто меня не заставлял. А как он делал? Никто. Ты сам? Дела не было. Ну, зрители же сказали, 50 на 50. Тихо. О, как я взломаю. Тихо. Вы пацана мучаете? Да я не знаю. Чего вы мучаете пацана? Зрители считают, что это Кац. Кац. Что? Это Кац вводит в заблуждение. Ну, мы же все-таки доверяем, да, смотрителям, потому что только они все решают. И Макс 50 на 50. И так как они считают, ну, да, не верю я, что он может что-то сделать плохое. У него глаза 5-летнего ребенка. Все, я в тупике, серьезно. Хорошо, если это Кац. Зачем ей это надо, вводить на заблуждение? Тогда выставили дебилами, переругались здесь. Весь мир на это смотрит и скажет, что вот этим-то дебилам бабки точно не нужны. Ну да, логично. Да, нифига себе. Чтобы мы тут поругались, чтобы никто из нас не был достойным. Передушили друг друга. Вот и все. И камеры эти постоянно, и постоянно придумывают какую-то хрень, и поэтому держат нас без носок. Без носков. Носочечков. Я уже не знаю. Мне нужны носочата. Так и что делать, я не понимаю. Что делать с чем? Ничего не делать. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Изольда Кац, мы не знаем, что нам делать дальше. Изольда Кац. Да никто из нас не хочет сознаваться, если он что-то делал. Или из нас никто ничего не делал. По крайней мере, никто замечен, ни в чем не был таком. Как быть дальше, мы не знаем. Ну, получается, что люди со стороны считают, что это вообще вы нас подставили. Да. И тогда какой смысл нам кого-то искать? По голосованию зрителей подставляете нас вы сейчас. Да никто нас просто не подставляет. Она специально нас сталкивает лбами постоянно. Зачем она выводит вот это, ой, тут у нее 76 тысяч, у меня 300, тут счета нет. Что это, мы вообще, мы даже не знаем ничего ни про эту валюту. А как говорится, когда никто не знает никакой информации, люди начинают накручивать. И друг друга грызть. Да. Каждый доказывает, что он прав, не зная ничего. Об этом говорить, капец. Давайте отвлечемся и поговорим об вечеринке тогда. Давайте, да капец, у Катерины день рождения, тут нам вот эту вот фигню загоняет она. Нафига вот это надо? Просто, да капец, неужели и так не все настолько фигово, надо еще сделать, чтобы было все еще хуже? Хуже уже, мне кажется, некуда. Да нет. Есть, да? Конечно. Капец. Как это? Может быть, сейчас стрелять нас начнут, может, нас в лес вывезут и отстреливать начнут. Вообще прикольно будет. У нас очень тут охрана, круто. Помните, есть даже где-то. Что о, это, день рождения! Что там? У тебя 1206. Стало чуть-чуть больше. На чуть-чуть совсем. Ну да. Ну, да. Давайте попросим, пожалуйста, вечеринку. Кать, да, ну неужели? Нет, если правда, я этим наблюдаю. Ну никто не хочет голосовать за мой день рождения. Вонючая Кац. Уважаемые смотрители, Кац все время нас стравливает друг с другом. Постоянно говорит о каких-то деньгах, которые там подставляет нас. Всяко терроризирует, не дает нам обувь, одежду. Мы уже изнемогаем здесь. И это единственная вечеринка, у нас шанс просто отвлечься, да, серьезно. Вы понимаете, что никакой вечеринки не будет, если Кац все-таки узнает, кто это сделал, и тогда все наследство полетит к чертям, и ты день рождения справишь где? Дома! Правильно! Хочешь его дома? Конечно! Не знаете тогда?
В чем, Вася? То, что ты сделал, и все. Ну ты что, ты сейчас в своем уме? Нет, тогда просто давайте никто не признается, и тогда ты дома справишь день рождения, а мы пойдем, ты пойдешь снова к Эдику, ты пойдешь к себе туда, поедешь в Омск, ты прекратишь прокачиваться, ты к себе в Сочи шашлыки жарить, а ты день рождения справишь, я к жене попаду. Все, всех все устраивает, правильно? Всех все устраивает. Да, по-моему, отлично. Да? Нет, есть, меня не устраивает. Я не понимаю твою мысль. Человека не устраивает это. А что я, мне нравится, я хочу наследство свое. Я тебе говорю, что если сейчас никто не признается, значит все в порядке. По сути, с другой стороны, ты еще раз говорю, со своей разрушенной жизнью снова вернешься к Эдику, Катя встретит день рождения. То есть, если кто-то признает, хорошо, я признаюсь. Нет, если не признается, хорошо, если не признается. Хорошо, я признаюсь, потому что мне очень нужно наследство. Это я. Вот, видишь как? Я смотрю, ты сразу переобулась, да? А что ж ты призналась-то? Зачем? Все же знают, что это не ты. Потому что ты на меня. Потому что человек, который это сделал, не признается, потому что он лживая собачонка. Так. И поэтому сделаю это я. А ты помнишь, что сегодня Лия сделала с утра? Она тоже призналась, но тогда замигала это, и ты сама сказала, раз замигала, значит, Ка знает, что это не она. И с тобой та же херня произойдет. А не нужно ходить на меня моими же картами. А я буду ходить, потому что я все секу. Я все секу, каждый, кто что говорит. Это я, уважаемый Кат, это действительно была я. Ей абсолютно плевать, потому что она знает, кто это сделал. Тогда признайся, в чем проблема-то? Признайся, мы давайте просто все признаемся. Тебе нужно это наследство? Скажи мне. Нам всем нужно это наследство. Другому человеку. Просто скажи, нужно тебе? Тебе нужны деньги? Нет. Если никто не признается, тебе будет проще отсюда выйти и не получить наследство. Что ты выбираешь? Выход отсюда или наследство? Сейчас скажи. Я выбираю выход отсюда. Значит, наследство тебе не нужно. Ты выбираешь выход отсюда или наследство? Наследство. Ты выбираешь выход отсюда или наследство? Наследство. Ты выбираешь выход отсюда или наследство? Понятно же, что наследство, потому что Катя разрушила всю мою жизнь. Наследство? В чем вообще смысл? Тихо! Вопроса? Ты выбираешь выход отсюда? Наследство. Все правильно. Значит, ты одна. Кто хочет выйти отсюда? И наследство тебе не нужно. Правильно? Я хочу выйти отсюда. И наследство тебе не нужно. Какая разница? Не нужно, допустим. Что значит не нужно? Ты просто никто как бы там. Какая разница? У тебя нет денег, никто, я человек. Ну в смысле ты человек? Я никто. У тебя нет денег. А кто ты такая, чтобы мне говорить, что я никто? Ну потому что ты никто. А тебе какая разница? Ты меня судить что ли будешь? Ну почему ты берешь и рушишь? Выкуси. Почему ты рушишь судьбу других людей? Кому я рушу? Я что, встала, ушла отсюда? Она не уходит же. Нет, ну что? Она принимает решение. То есть если, например, Кат ей задаст конкретный вопрос, она может взять и отказаться, и мы все мы тоже не получим наследство. Почему ты решаешь? Почему какая-то китайоза будет решать судьбу моих денег? Да ничего. Да. Я и так зуб один раз. Не переходите на личность, отвечаю. Опять ты начинаешь. Мы не переходим на личность. Я считаю, что наследство нужно всем. Потому что оно по праву нам принадлежит. Это наши бабушки, мы родственники. Как мы можем отказаться от того, что нам принадлежит по праву? А теперь послушайте. Мы должны бороться за это. Всех. Бороться. Все хотят наследство. Все, кроме нее, хотят. Я говорю, зачем ты перебиваешь? Она хочет выйти. Зачем вот этот допрос вообще? К чему это? Она единственная, кто здесь реально хочет. Васич, а что ты пытаешься сделать? Ты пытаешься от себя подозрение отмести в сторону Лии? Зачем? Если это не ты сделал, зачем тебе отметать подозрения от себя? Если это сделал не ты, значит тебе нечего бояться. Я не отметаю от себя подозрений, якобы подозрений, которые вы на меня. Я просто сейчас уточнил, что для кого сейчас на данный момент важно. Но ей хочется решается реально судьба наследства. Ты вообще... Если никто не признается, то они все равно знают, кто это сделал. И потом они скажут, и все лишат наследство, и мы все отсюда выйдем. Но всем нам пятерым здесь нужно это наследство, кроме нее. Вы это понимаете? Пятерым. Раз, два, три, четыре, пять. Нам всем пятерым, знаете, у меня... кроме нее. Она шесть. Считать умеешь? Знаете что? Историю расскажу. Послушайте, пожалуйста, меня. У меня была ситуация, когда на мой день рождения... На мой день рождения, спасибо. Пришли очень много народу. И даже те люди, которых я не звал. И пришли мои лучшие друзья. Вот пришел один друг, он сейчас работает в полиции, его зовут Влад. Вот. Мы тусили, отдыхали, гуляли и так далее, и так далее.
Пойдем, ты меня вот так вот не трогай. Пойдем поговорим. Пойдем. Послушайте, пожалуйста. Юр нам историю рассказывает. Ребят, Вась, Васич. Пойдем поговорим. Просто Васич, пойдем поговорим. Юр рассказывает нам историю. Куда пошли? Ну, значит, у них что-то важное. Короче, была у меня история. Все на днюху приехали, и все нормально прошло. Все нормально случилось, но на следующий день обнаружила, что кто-то стырил телефон. Угу. Моя одноклассница. Угу. Ну, вот стырили телефон. А мой друг, который сейчас работает в полиции, угу, ну, лучший друг, угу, один из лучших друзей, их там четверо, вот, он на следующий день уехал в соседний город. А у нас, как бы, в городе, да, ты можешь поехать, ну, в Сочи, Адлер, угу, и так далее. Ты, если отжал телефон, да, если ты гопник, ты поехал в соседний город, сдал, угу, чтобы тебя не спалили. Да. Так вот, он поехал на следующий день рано утром в другой город. Так вот, полицию вызвали туда-сюда, а у этой девочки мама тоже в полиции работает. И все начали ему звонить, а у него еще телефон отключен. Угу. То есть все подозрения на него. Угу. Начали родителям звонить, бомбить кто, Влада пробивать начали, и так далее, и так далее. Я кое-как дозвонился Владу и говорю: Влад, вообще возможно такое? Он говорит: ты чё, братан, угу, ты чё, дурак, что ли? Угу. Такого, в принципе, чтобы я у своих крысил. А оказалось, что это взял другой чувак вообще, который даже не позвал на днюху. Но я с ним знаком. Он просто такой дружелюбный, такой, угу, ну, давай, дружи. Он ещё друга с собой привел. И они забрали телефон. То есть, по сути, разбираться в этом сейчас фигово. Я не знаю, как это сделать. Ну, то есть, если человек сам не сознается, мы, в принципе, уже все размусолили, все разжевали, как возможно. И со стороны Васича, Ли, тебя, меня даже, мне вообще это не нужно. Хотя с меня, наверное, меньше всех, больше я всех болтал там, что-то пытался что-то искать, свои юридические эти штучки проявлять. Но в целом все разъяснилось как-то. Холодно, да? Да. Угу. Сядь на диван, Ди. А вот скажи мне, пожалуйста, Ли, а вот ты выйдешь отсюда, а что тебя ждет? Тебе как-то вопрос это Милана задала. А ты, знаешь, ответила: а ничего меня не ждет. Меня ждут теплые носки. Теплые носки? Да. А если у тебя будет наследство, которое ты сможешь получить, тогда ты сможешь купить себе и теплые носки, или еще что-то. Понятное дело, что каждому человеку нужны бабки. Каждому человеку. Я хочу от тебя услышать. Хочу от тебя услышать, что тебе нужно это наследство. Мне где жить? Да, оно мне нужно тоже. Но выбирая между тем, чтобы сдохнуть тут от чахотки, кстати, она чихает, и между тем, чтобы выйти отсюда и попытаться что-то сделать, наследство нужно всем. У тебя нет чахотки. Есть. Ты чахотки болеешь. Ай. Чувствуешь, уже начинаешь чесаться. Вася, чувствуешь, ты, да? Ты что делаешь-то? Зараз не да все. Еще и в шею. Давайте все просто признаемся и все, каждый по очереди. Понимаешь, бесполезно. Если все признаются, Кац все равно узнает. Кац, она все равно знает, кто это сделал. И Кац прекрасно знает, сердце, что это сделал я. Сердце дай. Хорошо, у меня вопрос. Что? Что? Ну-ка, тихо, он только что сказал, что Кац сказал, что это... Так я была права! В смысле? Как... Что ты сказал-то, Васяч? Ты чего не слышишь? И она бы все равно узнала. Нифига. Но она и так уже знает, что это сделал. Это он сделал. В смысле, Васяч? А что, что молчал столько? Да, я вам сегодня весь день говорю. Это ты в натуре Макса, что ли, прессанул или что? Я его не прессовал. Макса никто не прессовал. Я его не прессовал. Я сам Максу никто не прессовал. Я его не прессовал. Мы вообще собирались... Ну, садись сюда. Да не надо меня это. Так садись сюда, что произошло. Он только что признался, успокойся, что это он. Успокойся. Расклад был такой. Вот эту хрень никто из нас, в эти деньги, тиры, никто этого не делал. Никто. Это не эти деньги были взяты. Деньги были абсолютно другие. Абсолютно другие. Я ночью, я здесь спал. Я специально как бы спал, потому что мне нужно было, был вот этот человек. То есть, значит, я была права, все, что я говорила, слушай, была... ты слышишь меня? Уши твои открой, помолчи. Я говорю, это не деньги, Кац, это не тиры. Достаточно, это не тиры были.
Это были абсолютно другие. Мы с ним хакнули абсолютно другой банк. А хакнули как? Я попросил его, сможешь сделать? И он говорит, не смогу никак, как я это сделаю? Но он попросил своих там через камеру, своих там ребят, кого, не ребят, чтобы они забрали деньги. Ну как, что они там сделали? Макс, объясни, чтобы они хакнули то ли банк какой-то, то ли чё. И эти деньги... Что, Макс тоже получил? А так как хак знает, что я этим... Ну, ты секунду, как бы промышляю, она решила на меня, накинуться. А чем ты промышляешь? Чем ты промышляешь? Только что ты раньше-то не признался? Подожди, а чем ты промышляешь? Конкретно? Видишь, ничего не произошло, ну признался ты дальше. Чем ты промышляешь? Ничего страшного, мы что, тебя бьем, убиваем? То есть ты профессиональный вор? Я лично своровал деньги. Ты только что сказал. У меня руки чистые. Ты тупенькая. Ты вот слышишь звон, а не знаешь, где он. Да вы только что пропустили фразу. Он сказал, Кац знает, что я этим промышляю. То есть это она не знает, она узнала. Она узнала. Да. Да, соответственно, это твое не первое такое дельце. Вот такое первое, потому что оно было самое легкое, знаешь, самое легкое, потому что он сказал туда пару слов, и все случилось, понимаешь? Как он это сделал, хер его знает, он мне вообще ничего не говорит, просто я с ним поговорил. Чего ты молчишь, ну скажи ему, что так оно и было. А, когда там был? Да, когда там. Серьезно? Нет, когда здесь, когда ночью я здесь спал, и мы с тобой перетерли, чтобы ты помог мне, и он помог мне. Только он, естественно, не... Ну как? Я еще раз говорю. Хакать он тут ничего не собирался, потому что никак это не сделать. И мы не деньги эти сделали, мы просто банк. Киданули какой-то банк. Я не знаю, кто там ему помог. Чего ты ржешь, Катя? Я не понимаю. Чего смешного? Да я вас, Максим. Он это сделал, да? Да, он это сделал. Так да? А что ты сразу не признался? Целый день орали, как идиоты. Серьезно, блин. Просто сразу бы сказал, и все было бы нормально. А вас не смущает, что это его не первое дело? То есть, соответственно, ты сидел за что? А вот теперь смотрите. Зато я сейчас понял, что каждому из вас нужно это наследство. Каждому из вас нужно это наследство. Ведь кто-то говорил, да лучше я поеду на день рождения, хорошо, да? Да лучше я там да вернусь к медику или еще что-то. Но сейчас зато я знаю, что каждый из вас хочет это наследство получить. Это и не важно. А я не говорила, хочешь что... выйти или нет? Ты меня спрашивала, а почему ты не хочешь выйти? Так вот, девочка моя, по именно той же причине, почему и ты не хочешь отсюда выйти, ну, понимаешь? По какой? Да не хочешь вернуться к Эдику? Я хочу получить наследство. Ага. На! Хорошо, но в первые дни ты же еще не особо знал о наследстве, и ты все равно не спешил. Если мы все были на панике, то ты не был на панике. А ты сказала, мы будем здесь то надолго. Оставайтесь. Я только что. Слышь, она прикидывается тупой всегда, или что? А я тебе об этом говорил раз пять. А или чем 10? Ты придуряешься, что ты дура такая, не понимаю. Нормально думаешь, нормально здесь раскидываешь. Зачем вот это все надо тебе? Я просто очень внимательная. Ты вот просто прикидываешься тупенькой. Я просто очень внимательная. Нет, я просто не понимаю, как вы не видите очевидных вещей. Это же очевидно, что он в первый день просто. Слушай, мы видим очевидные вещи. Я вопрос в другом. Зачем ты тупенькой прикидываешь все время? Я просто и есть тупенькая. Ну, это хорошая позиция. Еврейская чисто. Прикидываться безобидным дурачком, чтобы... Ну это... вот, у меня остались вопросы. Теперь я не буду верить твоему тупизму. Я уже все сдала. Так дело... Ладно, окей, ты сознался. Это значит, мы остаемся тут. Значит, Катерина не едет на свой день рождения. Значит, она остается тут. Носки ты не получишь. Носки ты не получишь. Во, у нас нет даже носочат. Хорошо, а что вы прицепились так? Все организовывают вечеринку. Там вообще-то участники все мы. Безумный Макс, Лия, ты, ну мы с тобой составили уже программу. Вместе. Как бы это не означает, что я сейчас должна что-то... И просто все привезут, и я организую... Как бы, что включает в себя организация? То есть, по сути, Макса можно под этого, чтобы он что-нибудь хакнул, да? Да, уже нельзя. А, Максим, ты у нас серый кардинал здесь, что ли? Шлепок сказал, никак не связан с этим. Охренел, что ли? Чё ты кидаешься тут? Ну-ка, давай сюда. Сейчас еще раз в тебя кину. Не трогай ты его, какой? Слышь? Не надо его трогать. Он тихий-тихий, но знает свое дело, понял? Офигеть, а. Ходит тут дураком, прикинь. Еще один, вон, друг лучший, Ксю.
прикидываются тут дураками. Нормальные люди шарят во всем. Нет, это сразу своем, нельзя это было своем. Сознаться, Вася. Все а что? А если бы я сознался, вы бы начали говорить, а куда ты эти деньги? Что? Да ладно, расслабься. Куда ты, сколько денег? Да расслабься. Я не могу понять, почему вы сейчас мне этих вопросов не задаете. А еще знаете, что? Мы сейчас вот только просили. А, решила задать вопросы. Ты вчера обиделась на лицемерие. Вот, смотри, дура прикидывается, дураком прикидывается. Этот у нас может вообще банка... Это сейчас банка, не главные вопросы банка здесь. Банка... Нет, для меня главные вопросы, знаете ли. Охренеть. Мы целый день просто тут ругаемся, не знаем... Вот именно, не главные вопросы. А ты, Васич, просто так взял и отмолчался. Мне надо было понять, нужно ли вам это наследство и хотите вот ли вы сделать. Ты бы мог спросить, тебе нужно наследство. Нет, я бы тебе сказал, спрашивали. Конечно, братан. Спрашивали, знаешь как? Здесь каждый из вас говорил, ой, да лучше бы я вышел, ой, да... Это по первости вообще говорил, мне не нужно наследство. Было же такое? Ой, давай вот не видишь? Потому что я не знала, что мы родственники. Эй, и все вот такое. Про прикидывание, пожалуйста, вот не надо. Все понятно с тобой. Да будет так все понятно. Серая лошадка. Ты вот сразу рыбку, дури, все забывает сразу. А если бы я сказал, началось бы столько вопросов. А если бы он стал кидаться, мне бы пришлось отбиваться. А если бы я стал отбиваться, я было бы очень плохо. Это бы меня убил бы. Наследство. Что? Давайте посмотрим. Я не вижу отсюда. Кто-нибудь сможет слов? Благодарное письмо от фонда. Благодарственное письмо от фонда поддержки сирот. Уважаемый вас, Васич, благодарим вас за неоценимый вклад в поддержку нашего фонда. Ваши средства в размере 427 тысяч чего-то будут направлены на ремонт аварийных корпусов. Благодарное письмо от фонда. Благодарственное письмо от фонда. Это поддержки. Что? Это как? А? Ну, тот банк, который мы киданули, деньги были переведены на счет этого фонда сиротского. Ой, это что? Расстроены были корпуса. Кажется, что такое только в фильмах бывает. А зачем? Вася, что такой благородный человек? Благородный, потому что. Мне кажется, он просто ошибся. А, Васич? Я просто ошибся. Да, ну, конечно. Не, чувак, который все это провернул, не может ошибиться в какой-то херне. Вася, что вообще тогда молодец? Ты меня прям поразил. Но мне кажется, не все он бы отправил. А себе-то оставил? Кац-кац. Скажи, себе-то оставил, Вася? Подожди, тогда я не поняла, а зачем... Блин, красавчик, дайте мне зачем перевели на мой счет 76 тысяч? Серьезно, сразу бы сказал, разрулили бы быстро это еще... Не-не-не-не-не. Вот так женские пальцы ковыряют мужские сердца. 76 тысяч 800... Это сделали не мы. А кто? Это сделала Изольда. Она меня хотела наказать за то, что я тут решил Робин Гуда поиграть якобы. Потому что она считает, что я тут пытаюсь свое достоинство показать перед смотрителями, чтобы получить наследство. А эти деньги откуда там? А эти деньги, получается, у сирот заберут теперь? Нет, эти деньги никто у сирот не заберет. А эти деньги откуда? Ну я же тебе сказал. Конкретно я не знаю всю саму суть информации, потому что меньше знаешь... Лучше спишь. Да. Это все провернули друзья этого чувачка. Откуда эти деньги? Как они туда попали? Мне интересно. Хорошо, главное, что я попросил его, чтобы они туда попали. Понимаешь? Теперь чем меньше я знаю, тем лучше. Не стой сзади меня. Макс, теперь. Ну а ты что так молчал весь день? Я же тебе говорил, почему ты не признавался? А что не признавался? Вот еще тот шулер. Вот он, шулер настоящий. Да он сделал, да забыл пойти вообще. Капец. Да что, грабанул там банк, Центробанк американский, да и забыл. Так значит, зрители, которые нас смотрят, правильно проголосовали? Они все 50 и 50 против Макса. Если мы точно нет, значит зрители голосуют теперь смотрите, всегда правильно. Теперь... Ну не всегда, но сегодня проголосовали правильно. Ну, мы первые голосовали, когда еще. Ну да. Ну, да, то есть те, которые нас зрители смотрят, они всегда правильно голосуют. Они проголосовали да. Абсолютно правильно. Вот. Значит, а почему ты не мог перевести немного денег на Катин день рождения? Пожалуйста, давайте проведем день рождения. Это все делал не я. Мне нужно пожалуйста. Было, чтобы поделилась сумма, попала на счет на этот фонд. На счет этого фонда, а понимаешь? Все. Я вообще больше ничего не знаю. Об этом прознала Кац. И вот то, что она сделала про 76 800, это она специально сделала, чтобы... Жизнь нам не казалась медом. Чего там у тебя бровки? У вас отсутствует счета тогда с Максом? Чего с бровками? Да день рождения. Подумай. Чего такое? Смотрят, как мы чтобы мучаемся. Чтобы отвести от вас подозрения. И что просто я хочу торт и шампанского хотя бы. А, чтобы мы да, все поросили, да. Короче, уклад задать, чтобы мы нахрен убили друг друга. Теперь мы можем перейти к твоей днюхе? А как мы перейдем? Я говорю, УКАД задача, чтобы мы друг друга убили. Эй, УКАД задача, чтобы мы убили друг друга.
Да. А, спасибо большое. Извините, что ору, просто мне да, никто не Да, и поэтому она специально никакого простите. Праздника не сделала. Да, она, для нее задача, чтобы мы разругались и, понимаете... Как нам не ругаться? Ну, если не мы знаю. Не будем ругаться? Я еще раз говорю, если бы я сегодня не узнал, что всем нужно наследство, тогда бы она выиграла и все. И тогда бы жопа. Ой, не струйся от благородных страдальцев, пожалуйста. Сука, а? Ох, сука ты! Лишь бы специально, чтобы твои смотрители услышали тебя в розовеньком цвете. Еще, знаешь, вот это ты должен загореться. Но он же как грамотно все подвел, чтобы стать героем, а ты все ему план весь портишь, понимаешь? Прикидываешься тупенько. Он же не знал, что ты умная, а на самом деле ты не тупенькая. Видишь, 0% за тебя, правда ли говорит Васич? Никто тебе не верит. Никто не верит и никто не хочет верить, Васич. Как скажешь. Понимаешь? Потому что никто не оценил твои достоинства. Всем потому все что он еще свои достоинства не демонстрировал. А если бы продемонстрировал бы, все бы оценили. Тоже мне ангел воплоти. Может быть, подарим тебе костюм ангела? Может, ты успокоишься уже, все, тормози. Сироткам помог он. А что, с небес бы с канатом спускался бы, да, такой? В лосинах белых, Вася такой. Нет, насчет того, что он помог сиротам же, Изольда здесь не пошутила, это же на самом деле так. Так а зачем он это помог? Он же только что тебе рассказал о том, чтобы показать себя в благородном свете. Ты дура! Я тебе сказал, что Изольда так подумала в первую очередь. Да ладно, короче, даже... Вася, ты мне скажи другой вопрос, ты себе оставил? Он вообще изначально не хотел говорить ничего. Чуть-чуть, немножко себе оставил, Вася. Он бы об этом даже не сказал. Понятно. Катюш, я тебе еще раз говорю, что я охренеть. Этого не делал. Охренеть! Я сделал так, чтобы мне этого не делать. Я это все сделал. Еще одну карту нашел. Еще одна осталась. А зачем ты их раскидывал, вопрос? Я не раскидывал их. Я был гамбитом. Смотри, что почему я могу делать. Макс, тогда ты не сознался? Мне кажется, тогда не Васич должен был сознаваться, а не Макс? Не надо было ему сознаваться. Как ни это не надо? Ни в коем случае ему не надо было. Так по сути-то это он сделал. Да он сделал, потому что... Васич-то тут, получается, ни при чем, он был подстрекателем. Но делал-то это Макс. Я попросил его, понимаешь? То есть, получается... Но читерством-то помог... занимался, получается, и не Макс, а его какие-то Макс, друзья. А его... Естественно, да. А смысл нам это делать, чтобы потом нас сюда приехали мусора и клепанули нас, что ли? Подождите, получается, тогда мы сейчас выигрыш, да? Как бы Кац осталась ни с чем, и мы во всем разобрались, ты признался, и все как бы круто, да? Или я ошибаюсь? Нет, все есть. А, ну все, прекрасно тогда. Да, прекрасно. Ждем дальнейших испытаний этого. Я не могу карту еще найти, ребят. Одну карту помогите найти. Потому что не нужно раскидывать. Ну я хотел понтануться. Че ты сразу гасишь ты меня, лишь бы всех утопить? У тебя еще мужик был когда-нибудь в твоей жизни? Нормальный. Один хотел, чтобы понтануться. Все твои мужики, наверное, вешались это. У тебя же там где-нибудь, в твоем темном царстве. На твоем темном троне. Вы как две королевы, одна светлая, другая темная просто. Хорошо. У нас еще две ведьмы тут дома какие-то. Капец, чё, куда я попал вообще? Это что такое? Я здесь жертва обстоятельств всех. Почему я должен испытывать на себе груз этих всех бед и проблем? Ты жертва? Да, я жертва. Серьезно это? Я жертва, мне всунули в лицо, за что? Просто тёльку хотели спасти, нормальная тёлька была, хотели спасти ее, потом познакомиться, может, не там что-нибудь. Они всунули в лицо. А мне побили, просто побили. Надо что-то менять, надо срочно. Ну ладно, ничего, я драться умею, просто не ожидал. Ну поменяй. Я пытаюсь. Место жительства поменять, воду. Так как вам бой, кстати, понравился? Охренительный бой. Хабиб молодец, Конор круче, чем Хабиб. 100 000 раз Конор лучше, чем Хабиб Нурмагомедов. Да зачем ты так говоришь? Вообще-то Хабиб... Зачем ты за так Россию? Говоришь? Может, Хабиб хотел бить за Россию? Братан! Откуда ты знаешь это? Ты знаешь, что в Сочи, если говоришь братан, то ты братан реально. То есть, если подходишь к любому армянину, говоришь братан, он такой, вай, аперджан, давай лапу, пошли люляшку, хак, муа-муа. Люляшку, ты молодец, да? Что? Лучше дай мне хачапури. Хачапури. Да ладно, расслабься. Ты же ребенок А идея хорошая, что ребенок. Спуститься почему на тросе в лосинах меня, белых, хачапури? Как ангел. Ты что ты херню несешь? Вон, цирк с ней сделайте вдвоем. Вот, кстати, похожие идеи. Вам реально. У нас хорошая клоунада получится. Иногда вас на вас смотришь, вы как рыжий муж и жена. Этот. Бим и Бом. Все, кто нас смотрит. Добрый вечер, дорогие зрители. Все, кто нас смотрит. Я хочу сказать спасибо за то, что вы нас смотрите. Спасибо за то, что голосуете, подсказываете нам, помогаете. Спасибо за все. Благодарствую вам за те продукты, которые вы нам
даете, средства гигиены, мы как-то выживаем здесь в этом нелегком труде. Честно, мне очень здесь тяжело находиться с этими названными мне родственниками, которые очень непонятные, очень скрытные, очень сложно доверять этим людям. И вот я вынуждена завтра свой праздник провести именно с ними, понимаете? Именно с ними, вот в этом доме, где нельзя не выйти ничего, с этими странными людьми, которым даже боишься верить, доверять боишься, понимаете? Вот свой праздник я должна встретить с ними. Неужели я это заслужила? Почему я всегда вляпываюсь в эти непонятные истории? Неужели я на самом деле этого заслуживаю? Вот, находиться сейчас здесь с этими мне непонятными людьми. И свой праздник, единственный праздник, свой день рождения, который бывает раз в году, я должна встретиться здесь и с ними. И это их проблема. Я хочу в статусе написать кое-что. Значит так, какая у нас будет вечеринка? Давайте мы уже определимся. Алло. Шалость удалась. Мы решили, что у нас будет греческая вечеринка, да? Греческая вечеринка в стиле, да, в греческом стиле. Да? Да. Тут слишком холодно для греческой вечеринки. А что мы можем изменить? Контакт напишу. Итак, у нас будет вечеринка в греческом стиле. Может быть, кто-то починит батареи, к примеру. Потому что... Тихо. Ой. Кать, тут тебя показывают. Да? Да, Катя, по телеку. Это же Катя. Смотрите, это Катя. А почему нет звука? Вась, Лия, это Катя. В телеке. Мне угадали? Да. По одежде, наверное, по красной. А? Это ты. И по белым волосам. Как вы меня угадали? Я увидел твою прекрасную, красивую губу. Верхнюю и нижнюю. Они такие пухленькие, хочется их поцеловать по-сестрински. Ну, понятно. Да. Ну и, конечно, я кое-что еще... Вот, вы можете обратить внимание, уважаемые, кто бы там ни были, как выглядит моя кровать со стороны, что у меня нет пододеяльника, простыни и наволочки. И если вы можете чем-то мне помочь, если нас смотрит какой-нибудь директор Икеи, пожалуйста, вышлите мне какой-нибудь комплект белья постельного, очень нужно, и пижамы. Вообще, вот хорошо бы, если бы нас Икея смотрела бы, да? Да, ребят, на самом деле, я сейчас только поднималась наверх, я реально поблагодарила зрителей за то, что они нас смотрят, там, помогают нам всем, чем-то могут. И я просто хотела им помочь, встретить мое день рождения, что попросила помочь. Я готова выполнить, может быть, какое-то задание мне пришлют. Я готова выполнить, ну, все, что захотят зрители за какой-то там, как ты, Вася, не скажешь, подгон. Подгончик. Вася же научил нас блатным. Мне нужен подгон. И вы могли увидеть, вот сейчас, видели, да, как я сплю? Как в ночлежке. Ты должен прийти заправить ее кровать. Быстро, по щелчку. Я думаю, пальцы. Все люди, у всех есть сердце и душа. Никто не бессердечен, как мне кажется. Мне всегда нравилась мужчинам, и я думаю, они будут ко мне щедры. Все-таки мама у меня родила очень красивую девочку, я так думаю. Тем более, не завтра, не просто день рождения, 18. 18. Хорошо, лет, Кать, вот сейчас отмечать. Мы говорили о том, что забирай меня, у нас будет вечеринка в греческом стиле. И меня кто, сколько может, хотелось бы, чтобы уже. Вы нам помогли. Да. Хотелось бы увидеть в нашем столе посуду, пожалуйста. Хотелось бы увидеть карту, которую я потерял. Очень хорошо. Хотелось бы мешочек мозгов для некоторых людей. Мешочек мозгов. Вы соскучились? Скоро вернемся. Скоро будет такой трешняк. Мешочек мозгов. Мне кажется, кто-то даже решит. Что решит? Порешать ее. Это буду не я. Кто-то из вас будет. Ты сегодня взрослеешь. 24 часа уже 6 дней. И учебу ты прогулял. И каждый комментарий, который летит в меня, он меня просто раздражает. Вот так вот. Без комментариев. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Плюнула в человеке без комментариев. И целую ее везде, 18 ей уже. Я что, тупой человек? А, это она так пошутила. Ну, слушай, смешно. Что ты хотела сказать, Катя?
Просто Изольда Кац сказала, что у меня будет самый незабываемый день рождения. Она просто надо мной так зло подшутила, или день рождения будет на самом деле самый незабываемый? Мне кажется, это был... Откроет Васич. О, Изольда Кац. Рядом с ним, а когда мне ее открыть? Сейчас? Я думаю, сейчас. Давай, открывай. Я вот сюда побаиваюсь, как печь, я немножко сюда побаиваюсь. Не знаю, там пряник там? Будет, не знаю, будет воздух открывай, опять. Открывай. Отойди, я не вижу. Да, ух, что ты... это? Опа. Васич, а ну уйди. А. Что это, Васич? Это все? Ничего себе. Ни хрена себе. Это для меня все. Это все да. для тебя? Это все для меня. А гранат, что там, Васич, для тебя? Тушенка. И молочко? И водичка, молочко, водичка, гранат. Васичу присылают. Васич, тебя все-таки любят. А что там такое черное у тебя лежит? Я не понимаю, какое-то ухо, что ли? Что? Прости? Какое-то это, ухо? Это, наверное, радио, рация. Давай посмотрим. Ну, что может, это что-то музыкальное? Васич, видишь, как тебя любят. Ну, видите, какая-то, какой-то микрофончик. Это не тебя не из дома сирот тебе прислали помощь? Константин Пирожок тебе ты же написал? Им помог, может быть, они тебе... Константин Пирожок? Константин Пирожок, понятия не имею, кто Константин это. Пирожок. Ирина Петрова. Что Ирина Петрова, Константин ну неважно, благодари. Значит, а что Константин ребят, тебе Пирожок? Да, да, да. Садись, Васич, вот. А кто, у кого такая фамилия, как Пирожок? Васю тут больше всех любят. Пусть Вася поблагодарит, пожалуйста. Уважаемая Ирина Петрова, спасибо огромное за то, что вы под годы мне греете меня просто от души, реально. За тушеночку спасибо, видимо, знаете меня, за гранат. Это он мне сейчас очень нужен, потому что здесь... Такое было! А, за воду. Костя Пирожок, понятия не имею, кто ты, что ты, но ты красава тебе. За молочко и за картошечку килограмм. Он, а наверное, а, видимо, позже придет. А что это такое? Давай достать. Я не знаю, что это такое, я понятия не имею. Да, Костя Пирожок, спасибо большое за молочко. Костя Пирожок Костя от души. Пирожок? Красавчик. Костя Пирожок, а у вас серьезно такая фамилия Пирожок? Серьезно, блин, кто прикольно. Ты? Костя Пирожок. Костя Пирожок. Кто? А почему вы не отправили ему пирожков? Слушай, у меня был в Сочи друг Костя Люля Кебаб. В чем дело? Так что Пирожок нормальная фамилия. Я не сомневаюсь, что... Братан, не, куда вы лезете-то все? Я говорил, понять не могу. Тут больше всех любят. Че ты сразу-то жмешь-то? Да я не жму, слышь, братан. Ну это я еще не посмотрел, ты куда-то грех мой решил. Да я не крыса же. Сумка правильно, не мышь просто, смотрю. Сумка прозрачная, граната. Юра поспешит. Юра, спеши, Юр. Тоже надо, что ли, открыть? А что там? О. У тебя тоже такой же чемоданчик? Да. Серьезно? Слушайте, а что? У него тоже эта черная штука. Какая? Какой-то прибор опять. А? Что это за прибор? А что у тебя пришло? Что там такое? Сон, тушенка, яблоки Red Chief. И вода. А что такое черная штучка? Нифига себе. А? Давай, садись сюда. Бутылка воды. Ася. Вы. Кто такой Ася? Кто такая? Кто-то, я думаю, Ася это девочка. Вася, складывай в наш сейф. Большое спасибо. А-а-а. Ладно. Спасибо огромное, кто бы вы ни были, за то, что поддерживаете, кормите меня и моих товарищей, братьев, родственников, сестер и всех. Большое спасибо. Что это такое? Да я не понимаю. Офигеть. Алло, алло. Спасибо. А ты будешь говорить с фамилией имя? Может быть, мы будем работать. Алло, Сона Аракелян. Сона Аракелян, спасибо вам. Спасибо, по-братски. Мы, наверное, будем работать с Сесурите, привет, да? Передавай, у тебя по-любому есть братья, сестры, их всегда много. Ася, В. Кто бы ты ни была, спасибо тебе огромное. Это круто. А что это такое? Сейчас посмотрим. А что тебе что это за приборчик, я вот не поняла. Макс безумный, что оставь тебе... тушенку. Что такое, подожди. А что ты лезешь, что Вася Вася... Вот видишь, а что ты... вот видишь. Вася Вася, это я сыграл, что тебе специально, пошути. Чтобы... А может пошути. Тушенку посмотреть? Я сыграл прям именно. Она как, вкусная как вообще, я никогда делаю. Не ела тушенку. Макс, иди сюда, пожалуйста. С тушенкой сварим. А что такое тушенка? Не разбираешься, что ты? Забери мне тушенку, пожалуйста, положим. Да она не тупая, надо помнить, что она не тупая. Я тебе об этом говорил уже давно. Макс, это что такое, ты можешь сказать?
Говядина, это жир, говяжий, лук репчатый, соль, поваренная, пищевая. Лист, лавровый. Подождите, подождите, подождите. У нас серьезный какой-то... Вот, это как охранники, знаешь, охраняют. То есть, типа... Вот сисурите. Вот, им говорят. Мы будем короче, работать типа. То есть нам что-то... Мы говорить должны? Нет, нам будет говорить. Нам говорить что-то? Мы должны будем охранять что-то? Я не знаю, но это как вот устройство. Алло! Может, из нас охрану хотят сделать? Алло! Сюда надо дать. Прием, прием, 24/7, танец локтей, эй, танец локтей, эй, танец курочек локтей. Алло, алло. Ну что делать-то? Я не знаю, что с этим делать. А тут фонарик, что ли, или что? Да, смотри. Тушенка. Это моя тушенка! Хватит вам из-за тушенки еще. У нас что, там банка стоит? Он тебя убьет из-за этой тушенки. Я хочу посмотреть. А можно попробовать? Я ни разу не ела такое. А что, это мясо? Да, я посмотрю. Да, яблоко. Яблоко хочешь? Хочу. Что там такое пишут? У Кати есть на все большие шансы, но сначала печь твоя. О, Кать, твоя печь, быстрей. Катя, опять Панченко, наверное. Антон, Панченко. Наверное, твоя. Ну хватит, спасибо, что Панченко. Твоя. У меня есть большие шансы, ребят. Ой, что там? Спасибо. Ой, класс. Геркулес, ребят. Антоха? Геркулес, груша, помидоры. И такая же штука черная. И черная штука. А, наверное, что-то потом дойдут груши. Это Антоха? Да? А кто пришел? Да. От Антона Панченко. Антон, по-братски, ты, видимо, крутой человек. Спасибо пожалуйста. Большое. Найди нас, я хочу тебя поцеловать. А где морковь у тебя? И груши нету, морковь и груши нету. Ну, значит, потом дойдет, да? А где они взяли такие штучки странные? Давайте напишем список, то, что они нам не отдают. У меня тоже это устройство, ребят. Ты тоже будешь работать? Смотрите, а я здесь... тоже в охрану. Смотрите, а здесь цифры, как на наших коробочках. Где? О, да, 5. А, получается... У меня 6. Да что вообще это такое? Мы пронумерованы? У меня 6, наверное. А я первая. Васич, не смей смотреть, это моя тушенка. Я не смотрю на нее. Я видел, как ты... Ксюша, а можно завтра есть геркулес? Да. Я видел, как ты смотрела. Блин, геркулес. У нас есть молоко. А в чем болеть? У нас кастрюли нет. Что делать? Вы что сделаете? Я его просто завариваю. Да, я хочу надеть в ухо, я хочу охранником. Зачем? О, можно в горшочке будет сварить. Нет, не нужно. Ну, без объяснений вообще. Спасибо огромное за молоко. Да мне пофиг, я хочу одеть, ёлку. Спасибо большое, Кости Пирожку, за все, что вы присылаете. Ирина Петрова, греешь от души. Еще раз хочу сказать спасибо. Катюш, можешь полоснуть мне яблочко? Помогает. Да. Если вы нас смотрите, спасибо вам большое. Мы не в теме вообще, что происходит за пределами этого дома, серьезно. Если вообще это возможно, проголосуйте, пожалуйста. Может быть, нам покажут блок новостей. Я бы очень хотел посмотреть новости. Просто знать, что в России, ты сам говоришь, мы не знаем, что происходит. Нужно посмотреть, что происходит в нашей стране. Спасибо. Короче, нам выдали какую-то хрень. Вот такую. Я не знаю, что это такое. Ну, по-моему, это надо, как сказал Макс, безумный наш. Это типа как у охранника надо надевать. Нет. Вот что такое. Я не хочу одевать, я в охрану пойду работать, что ли, я не пойму. А что? Наверное, а может, да. А может, что-то скажет? Да, да. А в ухо, может быть, что-то пришлось? Да хочешь яблоко, да. Можно мне, пожалуйста, яблоко? Да, конечно. Интересно, почему тебе... Тебе помыть? Если можно. Я бы хотела зеленое. А мне он не помыл, он хочет, чтобы я отравилась и умерла. Нет, я помыл. Это вот. Катя мне помыла. Блин. Ну я... Катя что помыла, там, что там, Лия? Ты хотела ей помочь, да? Лия просто неформалка, ей бы дать леща скорей. Вот это Катя шутница. Что? Леща? А что дальше там написано? Ну сначала печь свою она откроет, но откроет скорей. Кто-то хорошие стихи, да, пишет? Это Изольда. Мне кажется, Изольда поэтесса. Смотрите. Изольда Кац. А что? Поэтское имя. Оп. Для Катерины и для Вась-Васича морковка там носки, еще. Носки. Куча носочек. Что-то правда. И зубная паста от Жени. А у нас картошка. Вот, сюда ложим. А штука есть черная? И штука черная. Спасибо. Женя! Женя! Спасибо! Носки! Носки. Куча носок! Да, конечно. Много стичь.
за то, что ты меня сегодня пинал. Да ладно, что я тебя угощу, брат, яблочко. Зачем он тебя пинал? Ну так, дело было. Да. Только помой. Так, вот эти мешочки, они нам пригодятся, не выкидывай они. Там можно будет складывать. Да, это офигенно. Блин, где карта? Найди, пожалуйста. Карты нет. Да я пытаюсь. Ли, ты поблагодарила? Да. Конечно, Катя. А у тебя тоже такая штучка, Ли, вот это устройство? Да, я тоже буду security работать. Походу. Чего? Я просто хотел... Я пососкучился по пластиковым картам. Просто не понимаю, для чего. Хочу пластиковые карты. Да, понятно. Ну ты только что карту проиграл. Все, я понял. Лайфлайш я положил. Ребят, как приятно, когда люди нас смотрят, да? Присылают нам подарки, переживают за нас. Смотри, здесь написано соц. Помощь. У меня носки есть. А как у меня? О, ты все поделишь. Антон Панченко, спасибо еще раз. Да, я не носки, а то он тоже... Замерзнет и умрет, наверное. Очень приятно. Но нежелательно. Слушай, Братур, я вот сос нажимаю, а интересно. Положи сюда. Смотрите. Третий день тушенку жрал. Я боюсь ее. Смотрите, положить. Здесь есть кнопка сос. Может, кто-то нас услышит сейчас? Ладно, давай я тоже положу. Да, чтоб, ладно. А то Вась, смотри. Тоже мне. Давай будем есть тушенку не по одному, давай, а только вместе это решать. Я тоже люблю тушенку. Я вся мыслила, а завтра вон там тушенка с тушенкой. Из-за этого я вообще ничего не слышу. Да, Катя ничего не слышит, потому что она вся в завтрашней вечеринке. Она нам очень необходима. И мы умоляем вас нам помочь. Пожалуйста, посмотрите на наши лица. На наши грустные глаза и прыщавые лица. И увидите, что нам очень нужна помощь. У Кати очень прекрасное лицо. Ну посмотрите на мое. Что там? Ой, а вы не могли бы открыть мою печь? Нет, ты сама должна беги, открыть. Сама беги, это тебя же. Ну я приказываю вам. Так, все, прекращай уже здесь. Давайте, открывайте. Из-за того, что она сегодня сделала, жопку подняла и дошла до печи. Но печь сегодня тоже твоя. Скоты. Ребят, что смешного вам? У меня нет пакетика. Да печь какая-то странная. У меня нет пакетика. Какой-то чувак. Я знаю. Помните, я вам рассказывала про одного парня, которого встретила на вечеринке? А может, это не он, который мышь в кофе подложил? А, да. От Сергея Сергеевича. Теперь кофе приходит мне. Может, он извиняется за тот случай? Возможно. Может быть. Все возможно. Но все равно. Не знаю. Сергей Сергеев. Сергей Сергеев? Угу. Сергей Сергеев, я прощаю тебя за мышь. И я не уверена, что это он. Может быть, Ася, спасибо за воду. Да. Правда, я не пью растворимый кофе. Неважно. Я пью заварной. Серег, по-братски, ты не обессудь, конечно. Так, бумажечки все туда. Мы это кофе схаваем, когда с голоду мы будем тут это откидываться. Ну, как бы это хороший кофе-то. Голд с арабикой. Неважно, все очень благодарна даже за это я кофе. Я очень благодарна. Очень. Спасибо, Сергей Сергеев. Ой, большое. А зачем ты надел? Кого? Спасибо. Это бомба замедленного действия. Да так это же сказал ухо. Значит, ухо. Кто сказал, что это ухо? У тебя носочки столько много. Может быть, надо в нос поставить? Ой, я дам тебе носочки. На. Не, на вот эти. Вот эти. То есть, ой, Ю, ты знаешь все обо всех? У нас носочки теперь. Да? Лея мне дала носочки, спасибо. Тебе надо носочки? Да, а есть какие-нибудь покрасивее? Нет. 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 То есть ты выбрала самые худшие носки. Нам с тобой одинаковые. Ну я хочу красивые. Все уже. Тогда не бери. Мне бы тоже носочки, слышишь? Слышь, дай мне тоже носки. Тебе тоже надо носки? Да, это тебе подарок на день рождения будет. Нет, дай мне одни носки, да пожалуйста. Да ты гонишь, что? Можешь выбрать красивые и так возьмать. Нет, то дай ему носки. Тогда, да, давай попробуем. Да какой у них размер, носки. Как она им даст? Конечно. Нет, мне кажется, налезут. Дай, пожалуйста, мне вот эти. Наверное. Да ты что, они не налезут тебе. Ну прекрати, ну женские носки. Вы сами говорите, что смердить от носков. 20... Я буду хотя бы менять. Дай мне эти носки. Подожди, а как ты 23 размер, дай мне любой, пофиг. У тебя, да нет. Да нет, допустим. Издеваешься, что ли, Катерина? Ты не натянешь.
лучше, дай чтобы не носу, пахло. Девочки, Вась, Вася. Дай нам носу. Да они будут пахнуть, понимаешь, через час. Через час. И что, я их буду стирать периодически, у меня есть мыло. Да, не забыла про мыло, как ты посмотрел, как про пасту поделиться. А тут она с камеры решила. А может там кто-то говорит? Слушайте, подождите, а у меня нектарина нет до сих пор. Нектарины, да, они пришли вчера, должны были. Вчера съела мои нектарины. Кстати, а ты задание собираешься выполнять? Кофе наливай. Кофе наливай задание. Там что? Макс, мы тоже не забыли. Мак, открой. И все, не торопись, Мак, погоди, не торопись. Мак, подходи. Сначала разминировать надо все здесь. Медленно сейчас подходим. Прокачайся. Разминируй, подожди. Женя. Давай. Мак, Женечка, спасибо большое. У нас мерзнут ножки очень. Евгения, и у вас очень хорошие. Даже любые такие нужны. Все, давай. Давай. Он Думаю, можно. Ну открывай уже печь. Подожди, надо разминировать. Все, друг. Все, вход открыт. Подожди, дай сюда. Надо что-нибудь кинуть, проверить. Дальше. Давай, открывай. Не надо ничего кидать. Да подожди, пусть кинет, проверит. Салфетки экономим. А вдруг мы взорвемся? Давай. Да. Смотри, носки жалеют. Салфетки это, Катюша. Ну неизвестно, когда следующие придут, понимаешь, Вася? Неизвестно. Кораблик получился. Да. Открываем уже. У нас теперь сумочка есть у всех. Давай. Опа! Огурцы соленые, молоко. Серьезно? У нас будут соленые молоко. Вот мы прибережем. Да, это от кого? Марус. От кого? От Маруса? Маруса Сизова. Максу. Маруся Сизова. Сизова? Огурцы мне дали. Да, огурцы тебе. Спасибо, Маруся. Я обожаю соленые огурцы. Можно я у тебя съем? С молоком обязательно. Смотрите, Катя написала. Огурцы и молоко. Что? Вы такие что? Дружные. Прям точно. Тьфу, наследники. Как ты любишь говорить? Выпусти. На костях.